Доброе утро, девчонки. Приехали докапывать. Вот одна грядка осталась. А, две, вон. Вчера ребята ездили, копали. Мы сейчас будем перебирать. Заглянуть в теплицу. Огурчики надо взглянуть. Вон, вижу даже уже. Там он еще надо посмотреть. Вот. Сыра, вы видите, как сыро? Ладно, что теперь делать? О! Ой, наверное, здесь надо уже убирать помидоры. Я боюсь, как бы не это самое. И прибирать теплицу. Ладно, пойдем переодеваться. Смотрите, как розочка у меня цветет новая. Красавица. Красавица. Смотрите, какой большой этот. Во! Во, девчонки. Тоже с бутончиком. Видите? Ой, красивая, красивая. Георгин шикарный, конечно. Шикарный. Ну что, последние, конечно. Последние цветочки. Последние, последние. Зато еще бархатцы. О, львиный зев. А смотрите. Самый-самый-самый. Так, лилейничек. Ой. Жалко, конечно. Жалко, конечно. Новый флоксик такой, цветок крупный прямо. Бархатцы. Ну, у нас на воскресенье ночью передают ноль. Не знаю. Посмотрим. Вот. Здесь, смотрите. Ой, кусаются. Сегодня дождь передают. Смотрите, розочка. Новые побеги. А бархатцы-то, бархатцы-то. Бархатцы-то. Ой. Вот лиатрис мой начинает цвести. Цинии. Эти как их? Ну, цинии шикарные, конечно. Девочки, правда? Шикарные. Розовый флоксик, смотрите, по второму разу. Так они сюда, туда что ли, валили? Вот. Этот вот флоксик, мне который сестра дала. Видите, как цветет? Прижился. А это мой этот, Клеопатра. Вот новый флоксик. Ну, уже отцветает. Так, анемона нет, еще вижу, не цветет. Еще лилейнички цветут. О, калинка. Калинка, калинка. Калинка. Белый. Здесь все почвопокровники я сажу. Вот. Здесь лилии пообрезала. А стельбочки нынче ничего. Хорошо цветут. Лилии пообрезала. Флоксы какие отцвели. Розочка. Розочка. Пока не хочу там грязно переоденусь. Так. А здесь, девочки, вы посмотрите. Ой. Вы видите? Тоже из каждого пазуха идет. Из каждого пазуха, девчонки. Видите, как и тот сиреневый. Ну и этот, конечно же, красавец. Еще цветет. Вон горох надо собрать. Какой-то там остался. Ой, ну вот. Осталось две маленькие грядочки. Так, вот здесь у нас
картошка разложена. Ну, вот такая, девчонки, всякая, всякая. Всякая, всякая. И сейчас затоплю печку. И там в этом... Ой, на веранде. Так что, ладно, там я закрыла окно, чтобы у нас не попадал свет. Сейчас буду перебирать. Саша докопает, я буду перебирать. Все, сейчас печку затоплю. Нормально. Что теперь? Что теперь делать? Как говорится, что Бог дал, то и хорошо. А, здесь по три ведра у нас. Сетка на посадку, это на еду. Наложила я, значит, это мы сейчас уберем. Там Саша у меня докапывает. Здесь мелочевку я оставила сохнуть. Вот. И отсюда, которая вчера копали, сушить сюда перенесла, девчонки. Вот. Потому что вот сегодня дождь обещают. Ой, короче, сняла у нас воскресенье. Сегодня у нас пятница. В воскресенье у нас ноль обещают. Вот здесь вот еще помидоры. Вот здесь вот. Сняла все помидоры, сняла все огурцы. Повезу домой и отсюда еще помидоры набрала. Вот. Как-то так, девочки, у нас. Если заморозок будет, то все. И кабачки погибнут. Собрала молодые кабачки. Там укрыла в сарайке, их сложила. Кабачки укрыла. Вот так вот. Видите, как бывает у нас. Ну, а завтра поеду. Поедем. Эту переберем. Все. Все очищаем, стараемся. Вот как-то так. Ой, а я еще полюбуюсь чуть-чуть и будем собираться домой. Потому что если заморозки будут, конечно же, и цинии, и бархатцы, все замерзнут. Сейчас я вот эту розочку занесу тоже, наверное, на веранду. Ну, семена оторву. И розочку заберу сейчас на веранду. На всякий случай. Ой, девчонки. Вон, видите, даже такие собрала. Замариную. Жалко, конечно, будет. Жалко. Вон тоже, наверное, сейчас я сниму на семена. Ну, здесь я отводки брала. Так, сейчас пойду посмотрю, что может что-то убрать надо. Жалко, жалко. Очень жалко. Все, закончили копку. Вон, девчонки, яблочки, видите? Яблочки висят. Вон он красивый какой. Вот он. Буду весной пересаживать. Все заканчивается. Лето. Очень-очень жаль. Все надо это обрезать. Ой. Очень, конечно, девчонки, жалко. Вот он, красавчик. Да, он, видите, он выше пошел. Вон там. Вертолет. Мои хорошие. Он поздний, вот этот поздний, да.
флоксики, может, и не замерзнут. Может, и не замерзнут. Видите, еще цветет. Ой, редиску пойду посмотрю. Все, Саша закончил здесь вот эту грядочку последнюю. Потом будем прибирать, Тину убирать. Бархатцы, конечно, замерзнут. Эти мои хорошие. Красавицы мои. Спасибо вам. Вы меня порадовали нынче. Порадовали. Вон даже этот распустился, который я покупала в том году. Да. Ну и все, девчонки. Буду на этом заканчивать видео. Всем здоровья, мира, добра. Всего-всего хорошего. Всем пока-пока. Вот редиска нынче посадила, которую в июле уродилась, девочки. А весной не было толком. Вон, видите, какая редисочка. О! Да, тут еще немножко даже останется. Вот эту выдерну, а то перерастет тоже. Невкусная будет. Вот. Не весной, так осенью поели. Вон, смотрите, какая. Так, морковка у меня есть дома. Так. Вот тут еще подрастет, если не замерзнет. Вот, опять шурочки. Да у нее зуб заболел. Сегодня к зубному поехали. Ой, вот эту выдерну, наверное. Вон, видите, кучка. Кучка-кучка. Сейчас я ее вымою. Ой, все в траве. Смотрите, где стоит красавец. Я его брать не буду. Я вон там вижу. Мы уже пошли на автобус. А я вижу, девочки, вон маленький. Этот я не буду брать. Вот, видите? Вот он маленький. И где-то я вроде еще мне показалось. Может, показалось. Ну ладно, сорву этот. Опа! Девочки, смотрите. Вон он, вон он, вон он. Вот он маленький. Ну, значит, еще супчик не будет. Так хорошо в лесу, девчонки. Очень хорошо. Два уже. Саша у меня где-то там ходит. Девчонки, по-моему, 6 грибочков нашла. Покажу дома. Вот. Ну и все. Сейчас автобус придет. Погода начала разгуливаться.